Налоговая инспекция сможет увидеть каждый чек. Министерство финансов планирует внести изменения в федеральный закон о применении контрольно-кассовой техники. Изменения обяжут все организации передавать данные по расчетам через свои кассовые аппараты в налоговую через интернет. Помимо этого, на каждом чеке будут напечатаны реквизиты для проверки чека и на сайте оператора фискальных данных, через которого этот чек был передан. Зайдя на указанный сайт и введя реквизиты, каждый покупатель сможет проверить свой чек. Если он не найдется или указанные в нем данные не будут соответствовать действительности, это станет поводом для обращения в налоговую службу. Она, в свою очередь, сможет принять решение о проведении проверки этого предприятия. Подключиться к такому народному контролю сможет любой покупатель, а для регистрации кассового аппарата их владельцам нужно подать заявление в любой налоговый орган. Требования контрольно-кассовой техники. Внутри контрольно-кассовой техники установлена КЛЗ, электронная контрольная лента защищенная. Она будет заменена на фискальный накопитель. Контрольно-кассовая техника должна передать осуществленный расчет в режиме онлайн через оператора фискальных данных в Федеральную налоговую службу. Также напоминаю, что 1 декабря истекает срок уплаты налогов на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов.